неправды обличая злой дурман, и следуя Господнему призванию, крещение проповедал Иоанн, народы призывая к покаянию. И те, кто услыхал призывный глас, отвергнувши себя без сожаления, спешили к Иордану в тот же час, чтобы грехи омыть святым крещением. В Святом Евангелии сказано: Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. В коварном сердце злобу затаив, взлелеянную в мрачных безнаходах, губительные помыслы свои решила воплотить Иродиада. Крестителем в грехах обличена, исполнив душу гневом и нечестием, лукавая порочная жена избрала мужа для своей безумной мести. И небо содрогнулось, час настал, гремела музыка все громче и сильнее. Царь Ирод вожделением взирал на соблазнительные танцы Соломеи. И не во сне кошмарном, наяву, с твоим порочным помыслом в усладу, прелестница крестителя главу потребовала принести награду. Ученики же Иоанна, как сказано в Евангелии, пришедшие, взяли тело его и погребли его. Глубины сердца строго загляни, остановись помедли на мгновенье, крестителя Господня помяни, честно его главы усекновенье. В Святом Евангелии Господь Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе: «Он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Память праведного с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне предтече. Показался я сего истинную пророков честнейший, яко из струях крестить исподобился я си проповеданного. Тем же за истину пострадав радуйся, благовестил еси иссущим в аде Бога явшегося плотью, землящего грех мира и подающего нам велию милость.